Да, здрасте. Всем, друзья, приветуленьки. Сегодня мы просто немножко поговорим. Скажем так, информация для тех, кто не хочет потеряться при данных обстоятельствах. Не знаю, правда это или нет, но чуйка говорит о том, что в России YouTube блокнул. Причем изнутри, мол, Роскомнадзор. Да и вообще непонятно, что и как будет работать. Поэтому, друзья, немножко информации о том, где меня найти в случае чего. Плодить миллион площадок я не хочу. Хочется остаться на чем-то одном. И на данный момент я нахожусь в поисках такого места. Вчера мы попробовали стрим на Бусти, и что-то как-то не алё. Сегодня попробуем стрим на Трово. Сейчас все туда бегут. Глянем, что за оно. Но, друзья, пока я не определился, что и как, я вам искренне рекомендую, ссылочка, разумеется, вообще на все есть в описании, если что, это присоединиться к серверу в Discord. Там публикуется абсолютно вся информация о том, что, где, когда происходит. Также пару слов по поводу YouTube. Если у нас его не заблокируют в Беларуси, скорее всего, так и будет, то у меня, в общем-то, будет возможность туда публиковаться, и я буду продолжать это делать. То есть ролики на YouTube будут выходить, как и раньше. Если же YouTube блокнут, то дополнительно ролики я пока что планирую публиковать на Boosty. Плюс я перезалью туда последний сезон «Золотого голоса», который сейчас вот в марте выходит. Это вот информация просто вот на данный момент. Я не знаю, что будет завтра, сегодня вечером. Ничего пока не известно. Живем мы в такой неопределенности. По поводу спонсорских подписок, друзья. У всех абсолютно разные мотивы для этого были. Кто-то хотел плюшки, кто-то просто хотел поддержать. Но в итоге YouTube это дело, скорее всего, отрубил. То есть уже поступали жалобы о том, что невозможно продлить. У кого она еще продлена на месяц, она будет работать, но потом, разумеется, это все накроется медным тазом. В общем-то, все плюшки тоже на Boosty. На данный момент для спонсоров доступен весь сезон по «Золотому голосу». То есть все, что в марте должно будет выйти, там еще 9 серий остается. Он уже доступен. Этот сезон на Boosty я перезаливать уже не буду. Но это так, планы на будущее, если вдруг кого-то интересует. Также напомню, что Boosty доступен еще и без спонсорских подписок. То есть, если YouTube блокнут, там будут выходить ролики по такому же расписанию. Можете отслеживать, то есть, кому надо, кто не хочет потеряться. Ну а вечерком сегодня попробуем провести стримец на Трово для тех, кто смотрит Underground. Пока тестовые стримы, возможно, на второй канал я буду заливать потом записи этих самых стримов. Не знаю, просто будут они на Трово сохраняться или нет. Вчера провели стрим на Boosty, и он просто вот, от него не осталось и следа. Поэтому запись я перезалил на второй канал. По поводу дальнейшего контента, что будет, чего не будет и во что мы будем играть, я не могу сейчас вообще никаких планов строить. Я пока что ничего не знаю даже о своем будущем. На данный момент, если мы не будем брать все, что я делаю на YouTube и так далее, то есть большая перспектива, что введенные вот эти вот все санкции очень здорово по мне ударят. И чем я буду заниматься, я пока без понятия. То есть я могу остаться без работы. И пока что все к этому идет. Но в любом случае время покажет. Короче говоря, друзья, ссылка на Трово в описании, ссылка на Boosty в описании. И чтобы под 100% не потеряться, если там все окажется паршиво на этих сервисах, будем искать другие, где нам остановиться. Обо всех новостях, если здесь все закончится, то остается Discord, там я всегда есть, там всегда есть наше сообщество, там всегда есть вся актуальная информация. Так что присоединяйтесь и будем что-то делать. Всем, в общем-то, спасибо за внимание, с вами был Никита Дилей, и всем покаки.